Карачаево-Черкесия отправила еще один автомобиль в зону проведения военной операции. В этот раз УАЗ, прозванный в народе «Буханкой», приобрели при содействии инициативной группы «Помощь бойцам КЧР». Просьба прислать именно эту модель автомобиля поступила непосредственно от участников СВО, находящихся сейчас на передовой. Мадина Каракетова подробнее. Это не просто автомобиль, который скоро уедет в зону СВО. Его начиняют и гуманитарной помощью. Это продукты питания, предметы гигиены и первой необходимости. «Буханку» попросили бойцы с передовой, поскольку эта модель представляет собой специальный грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости. Уже не первый раз здесь, от здания нашей коммунистической партии, мы отправляем гуманитарные грузы с разными инициативными группами. Мы, в принципе, работаем со всеми, кто к нам приходит. Помогаем отчасти. Но я должен сказать, что основная помощь идет от жителей Карачаево-Черкесской республики, которые объединяются в группы и помогают, собирая груз, для того, чтобы это было доставлено непосредственно на линию боевого соприкосновения нашим жителям Карачаево-Черкесии, кто сейчас защищает честь нашей Родины в зоне СВО. Представители КПРФ, которые очень активно включились в работу по сбору гуманитарной помощи СВО практически с первых кличей, отмечают очень высокую активность жителей республики, которые организуются в группы и вносят просто неоценимый вклад в дело поддержки российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной операции. И одна из таких групп, которая сегодня и отправляет автомобиль, — помощь бойцам КЧР. Ребятам, которые находятся на данный момент на СВО. Мы обычно работаем по передовым позициям, помогаем тем детям, которые находятся на передовых линиях. У нас группа работает более года, уже около 2 лет. Но мы до этого занимались отправкой гуманитарной помощи там и техники. А вот эта наша отправка, она первая отправляется машина, благодаря нашей группе и по просьбе ребят, которые находятся на штурмовых позициях. Гуманитарные грузы, причем весьма внушительные, группа «Помощь бойцам КЧР» отправляла нашим бойцам уже не раз. А вот просьба приобрести автомобиль, а именно универсальную и практичную «Буханку», впервые. Деньги на нее собрали в рекордные сроки. Спасибо огромное людям, которые в нашей группе, которые не проходят мимо и помогают каждый раз. Кто финансово, кто материально, а кто морально. Вот у нас парень сегодня, первый раз мы его видим в нашей группе, он предложил свою помощь по отправке. Он сейчас будет отправлять, за руль сядет и поедет на этой машине. Когда услышали, они отозвались. Вот мы на них надеемся, что они вот сейчас довезут эту машину до ребят, которые там их примут, этот автомобиль. Вы услышали с группы, да, информацию? Да, я просто вычитал, что нужен водитель отвезти. Я откликнулся. И все. Хорошие вам дороги, ребят. В дальнейшем мы непосредственно будем работать со всеми неравнодушными гражданами нашей республики, которые приходят, объединяются от сообщества и создают все для того, чтобы нашим бойцам там, на передовой, жилось легче, чтобы они помнили, что здесь о них помнят, заботятся и ждут сюда обратно с победой. Мадина Каракетова, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.